Друзья, привет! Фикс прайс, индустриальный 34, энтузиастов 33, Санкт-Петербург. Приятного вам просмотра. А в этот магазин привезли мужские футболки с коротким рукавом. Есть несколько вариантов. 100% хлопка, шито аккуратно. Все покажу вам. И черные есть, и беленькие. Размер 42-48. Узбекистан, 299 рублей. Носки детские, в наборе две пары. 82 хлопок, полиамид и эластан. Вот такие красивые с авокадо, разные расцветки. Россия, 99 рублей. А также привезли панели настенные, 70 на 70 сантиметров. Есть инструкция, изготовленная из ЭВА. Производитель Китай, 149 рублей. Друзья, посмотрите, какая неожиданная новинка. Это качели детские, деревянные. Шнур синтетический, по-моему, очень крепкий. Максимальная нагрузка 20 килограммов. Произведено в России. Цена 299 рублей. Новые дорожные косметички. Двухэтажные, два отдела. Верхний отдел прозрачный, нижний отдел более большой с подкладкой. По-моему, поместится все. Вся уходовая косметика и даже больше. Состав полиуретан, ПВХ, полиэстер, нейлон. Размер 21 на 15, высота 14 сантиметров. Вот такие расцветки есть. 299 рублей. Или большие кашпо для цветочных горшков. Высота 16 сантиметров. Состав бамбук и внутри полиэтиленовая пленочка. 199 рублей. А это маленькое кашпо. Они раньше продавались и сейчас опять подвезли. 13 сантиметров. Тот же состав. 149 рублей. Вот показываю разницу. Небольшие аккуратные корзинки на 3,2 литра. Яблочками, я думаю, детям очень понравится собирать туда ягодки, цветочки. Полипропилен подходит для пищевых продуктов. 59 рублей. Контейнер для хранения с вкладышем на 6,5 литров. Предлагают использовать как домашнюю аптечку. Прозрачный, все видно будет, что там лежит. Не подходит для пищевых продуктов. Во вкладышах 3 дополнительных отсека. Есть второй вариант. Хранить что хотите. Разные мелочи. Цена 299 рублей. Натуральное средство для мытья посуды, жидкая горчица с чередой и шиповником. Это я вам показывала. А здесь я еще обнаружила натуральный гель-концентрат для мытья посуды, овощей и фруктов, цитрусовый микс с алоэ вера и кокосом. 490 мл, 99 рублей. Россия. Салфетка из микрофибры для пола 50 на 60 сантиметров. Не оставляют царапин, разводов и ворсинок. Очень толстая и очень мягкая. 149 рублей. Набор салфеток из микрофибры. 3 штуки, 30 на 30 сантиметров. Город Новосибирск. 55 рублей. Фабра телескопическая, 120 сантиметров. С насадкой. Вот там показано. Вот так она раскладывается. Такая длиннющая получается. Моб такой мягкий, толстенький. Состав полиэстер, нержавеющая сталь, полипропилен. 300 рублей. Набор пакетов для замораживания и хранения продуктов. 1 литр пакеты, 35 штук, на 3 литра. 33 штуки и на 5 литров 18 пакетиков. Сделано в России, 149 рублей. Корзина универсальная на 4,6 литров с ручками. Передняя стенка немного ниже, чем задняя. Похоже очень на икеевские. Немного тоньше. Не подходит для пищевых продуктов. 150 рублей. Чехол для гладильной доски 140 на 50 сантиметров. Верх сделан из хлопка. Наполнитель полипропиленовое волокно. 300 рублей. Сюда также привезли декоративные салфетки ажурные 38 сантиметров, сделанные из ПВХ. Белые, розовые, серебристые и золотистые. Цена 59 рублей. Набор мисок 3 штуки, миски без крышки, но есть удобный слив. Миски 500 мл, 1 литр и 2 литра. Пищевой полипропилен. Можно ставить посудомойку и в морозильную камеру. 150 рублей. Набор подставок под чашку 3 штуки. МДФ, пробка и бумага. Круглые, квадратные, шестиугольные. 79 рублей.
Набор салонок 2 штуки из новой коллекции, сделаны из красивого стекла, крышка сделана из жести. 99 рублей. Подставка под горячий 19 сантиметров, сделана из силикона. Предлагают еще мыть ей посуду и использовать как прихватку. Как прихватку не годится, обжигаются руки, и мыть ей совершенно неудобно. А как подставка мне очень нравится. Я использую ее уже 2 года. Цена 79 рублей. Вот такие красивые расцветки. Сюда также поступила вся новая посуда из последней коллекции и салатники разноцветные. Все есть. Приходите, выбирайте. Кружка с трубочкой из новой коллекции. 450 мл, сделанная из красивого стекла цветного. Трубочка из силикона. Крышка из жести. Есть желтые, розовые, голубые стаканчики. 149 рублей. Красивые кружки из новой коллекции. 600 мл, сделанные из фарфора. Есть матовые, есть глянцевые. С цветным дном. Есть цветной серединкой, есть белый. Я вам уже все показывала. А тут я обнаружила ярко-красную кружечку с белой серединкой. Посмотрите, какая. Ух, прям огонь. Цена такой кружки 149 рублей. А теперь покажу товары со скидками. Гель для душа нежный с ароматом лесные ягоды и молоко. 85 рублей по карте Fix Price. Крем для ног с мочевиной, с аллантоином и депантенолом. Смягчает, огрубевшую кожу увлажняет. Невская косметика. 85 рублей по карте Fix Price. Средство для мытья посуды с дозатором в красивых бутылочках. Есть все ароматы. Цена по карте 127 рублей. Друзья, на этом пока все. Спасибо вам большое за внимание. До скорой встречи, до завтра. Всего вам хорошего и пока. Привлекаешь внимание? О, девочка моя, ты такая смешная.